Как-то так включилось вроде. Всегда тяжело начать запись нормально. Всем привет, с вами Джага. Мы продолжаем играть в Binding of Isaac Afterbirth. Новое дневное испытание, которое уже как... уже часа два идет. Ну, в общем, рассчитывать на какое-то первое место тут глупо. Тем не менее, это у нас кто? Это же Лилька, та самая Лилька, которую мы где-то вспоминали при прохождении Диабла. Еще не вспоминали, но вспомним еще. Curse of the Blind — это что мы не видим. Мы не видим, какие артефакты нам тут пытаются вручить. И что мы еще не видим? Ничего не видим. А идти-то всего до бумажной лапы. То есть тут кто-то, может, прошел минуты за три. Какой-нибудь эпический читер. Ну да ладно. Будем пытаться пройти, почему нет? Может, сейчас дадут тот самый артефакт, который все затащит. Какой-нибудь, ну скажем... лазерные кольцами, чтобы стреляло. Technology X или 10. Чет пока такого не замечает. Ай-яй-яй. Почти попало, но не попало ведь. Итак, карта, которая Чариот. Это хорошая, неизвестная ерунда, которая... Блин, ну... Да что ты за ерунда? Infestation. They grow inside. Ну, это, в принципе, неплохо. Но потрачено... Вот как специально. Ой-ой-ой. Потрачено одно черное сердечко, а здоровье не так сказать, чтобы большое, вообще никакое. Ну, посмотрим, может все-таки удастся набрать и здоровье побольше, и получить дамага достаточно, чтобы каких-нибудь классных вывести питомцев, и, ну, в общем, все получится. Что за пилюля? Что ты за пилюля? А, понятно, за пилюля вот такая. Ой, вертолет летит, надеюсь, вам это не слышно. Тут как специально, когда начинаешь записывать видео, начинается шум. Любой, вот просто вот какой может быть, он произойдет. Там человек-сосед, вертолет пролетит. Какой-нибудь родственник забудет телефон, и он начнет трезвонить. Причем как специально, как будто поставлен на гадкую вшивую смс-ку, бесконечную мелодию. Ну вот что тут сделаешь? Ай. В общем, ладно. Да, так, ну что, о чем это мы? О вшивой бесконечной мелодии. Это ж надо такое ставить на одну смс-ку. Куда катится мир? Ну ладно. Ах да, мы же можем удваивать количество. Ну не удваивать. Ну в данном случае удвоить, да. Количество помощников. И это что? Что это такое? Скидыш. Тыдыш. И за это все получай... увеличение дальности стрельбы. Вот такое. Губная помада. Это все, что дали? Чуть как-то вообще не весело. Ну ладно. Curse of the Maze. Тут проклятие лабиринта. Вот как раз камешек с крестиком, в котором я очень надеюсь, что будет, ну скажем, парочка серых сердечек. Так и есть. Серые сердечки. А, даже есть ключик. Прекрасно. И мы сейчас зайдем и возьмем... Ну, возможно, это мы не будем брать. А, давайте мы что-то другое. Ну, что-то давайте. Святая вода, ну, конечно. Вот это бы взять бы и взять. Блин. Давайте-ка мы сейчас ее возьмем. Добавим белое сердечко. И, наверное, даже пока с ней походим. И добавим еще одно белое сердечко. А, возможно, еще одно. Ну, посмотрим, как получится. А, здрасте. Но все равно нам надо ходить и с нашим чудесным... Ай. Ай-яй-яй. Артефактом, который удваивает количество помощников. Ну, не удваивает. Получается, что удвоение обычно. То есть добавляет еще один такой же комплект помощников. Стреляй уже по червю. Что ты по костру стреляешь? Глупое создание. Помощник называется. Вот бомба, казалось бы, ее взять бы, но нет. Ёлки, ух ты, палки. Что-то тут зло какое-то, прям. Зело зло. Надо валить отсюда. Ну, началось. Блин, да что творится-то? Ну, нормально. Половинка сердечка или целая? Скидыш! Чариот. Ну, давайте сюда все. Все, спасибо, до свидания. Ну, их осталось всего ничего.
Что было за пилюли, я так и не понял. Вот серьезно, что она сделала? Да, толще стала персонаж. Стал персонаж толще. Ну, как бы не очень. В общем, надо еще дозарядить артефакт. Хочешь, не хочешь, а надо. Ой, блин, опять эти попрыгунчики. Что такое-то? Сколько можно? Прекращайте вы этих попрыгунчиков, терпеть ненавижу. Таких попрыгунчиков, особенно вот этих горящих, они даже в костре не сгорают, даже если случайно попадут, потому что они есть прыгающий костер. Ну ладно, думаю, все получится. Вот, ну как это можно пройти, скажем, минут за 5, вот с этим всем, ничем, вот с этим ужасом, ужасом. Тут остался, да, еще один прыгающий попрыгунчик. Ну что, нам за это дадут, скажем, не дадут. Дадут? Еще два надо. Ой, блин. Да ладно, ну как тут можно было-то еще? Ай-яй-яй. Надеюсь, он на два не развалится. И заметьте, это хардмод все-таки. Он не развалился на два, и это хорошо, это радует. Ключики бомба. Окей. Вот все хорошо было бы, если бы мы что-то нашли еще. Так, белое сердечко. Вот хочешь не хочешь, надо еще одно заработать. Да со всех сторон лезут. Какая-то просто жесть. Ну хотя бы мухопускалку. Это даже не мухопускалка, это просто стрелялка подземная. Как ее назвать? Это же как-то... Ну серьезно, что это такое? У них, наверное, у всех есть имена. Наконец-то мы добавили еще одно красное сердечко и... Ну... Надо идти возвращаться за тем артефактом, который у нас был. И мы можем опять что-то реролнуть. Ну, хотя бы мы добавили вот это. Это уже неплохо само по себе. Найти бы еще где-то секретную комнату. Возможно, она как раз примыкает вот здесь к этой. Уж очень похоже так комнаты. А вот нет. Окружают они какой-то квадратик, но там не комната. Вот спасибо-то, как перекинуло-то. Вот теперь-то стало легче. Да что вы со своей перекидкой... Проклятие лабиринта. Ах, вы гадкие... То, это они черти, точно. Гадкие черти хотят запутать нашего персонажа. Вот. И что? Вот, собственно. За наш один монетка тут ничего не сделаешь. Разве что серое сердечко взять было бы хорошо. Но нет. Денежек нет. Ну, хорошо, хорошо. Значит, где еще может быть секретная комната? Предположим, что она примыкает тут... Тут мы уже выяснили, нету, ну, может она тут. Да ладно, ну что вы как эти-то начинаете? О, две монетки. Может тут еще одна будет, третья. Ну просто вот так вот как-то. Спасибо, не надо. Ой, а оно еще и... Оно-то не дозарядилось. О-о-о. Ну давай. Вот, вот в это хорошо. С этими пойдем. Спасибо. До свидания. Все, хотя бы удвоили чуть-чуть военную огневую мощь. Сейчас просто дожмем костры, а вдруг из них выпадет еще монетка. Нет. Жалко, ну ладно. Бомб не осталось, ключики еще есть. Ну вот будем как-то пытаться с этим. Но все-таки мы на одно красное сердечко увеличили здоровье. Благодаря артефакту. Вот еще монетка. Но, к сожалению, там нету батарейки на продажу, да и 5 монеток, которые она стоит. Даже 3, если по скидке, и то нету. Ой, кажется, начал человек-сосед бурить что-то там. Прям человек-бур. Надеюсь, это вам не слышно. Но он старается. Блин, самый отвратный вариант, какой вообще мог быть, вот это он. Ой, серьезно. Да я не помню, как он стреляет. Он стреляет как-то ужасно. Во-первых, он как-то в рассыпную, а потом еще делает... Вот это делает! То есть надо как-то напротив него, вот строго напротив него держаться, иначе... Бобо. Да ладно, били-били и добили. Повышение еще одно. Дальность, и глянем, что тут. Тут какой-то стрёмный что-то. Ну, в принципе, это оно классное. Там, кажется, такая черная включается сфера и всех поглощает, но... Но она стоит одно красное сердечко. У нас не так, чтобы много этих сердечек, чтобы прям раскидываться им налево-направо. Извините, но нет. Идем дальше.
Даже пускают сюда, и тут есть... Это, кажется, летающий, стреляющий глаз. Что-то типа такого. А давайте мы одну комнату пройдем. Попробуем пройти, вернее. И попробуем разобраться с этим... с этой комнатой с боем. Ну, может, что-то получится. Просто мы теперь после этой одной комнаты зарядим артефакт и сможем получить еще один комплект чудо-помощников. Ну, как чудо. Стойных. Так, это летающий и стреляющий глаз. Ну, по сути, он тоже помощник, и он тоже будет добавляться в комплект помощников, которые там с помощью артефакта будут дубли... Попато. Ну ладно. Дубли... Сейчас. Дубликатироваться. Дублифицироваться. В общем, какое-то такое умное слово хотел сказать. Не понял, какое. А, типа, в общем, будем получать еще один набор помощников, и там будет этот глаз. Вот здорово, теперь-то заживем. Теперь-то все наладится. Неведомая пилюля. А давайте это классная пилюля будет, и мы сейчас ее возьмем, и все будет классно. Это пилюля... Power Pill. Хорошая. А это пилюля... Батарейки. Ну, это отлично. Power Pill вообще классно, знаешь, может и взять, но вначале глянем, что тут дают. Еще один помощник, это же турелька, автотурелька, само стреляет, все делает как надо, то, что нужно. Тут, как водится, отстой, где-то все-таки тут должна быть секретная комната, вот прям подходы к ней, прям не знаю, возможно, все-таки тут или там. Как все сложно. Да, она тут. Карта солнца, отлично, а тут еще деньжищ. Ну, как деньжищ, не так, чтобы много. Ну, хоть сколько-то дали. 12 это даже может попасться там какой-нибудь артефакт нормальный, который можно купить за... по скидке, например. Так, у нас уже и так 3 стреляющих помощника. Что в целом неплохо. Ну и что, ключик? Ключик. Может, тут есть камень с крестиком? У нас как раз нету бомбы. Ну и камня с крестиком тоже что-то не видать. Значит, так и будет. Так, у нас... Да, да, что три? У нас 4 стреляющих помощника. Глаз тоже стреляет. Правда, он стреляет... Он стреляет в том направлении, в котором стреляет наш персонаж. Но! При том, при всем, что у нас вот столько вот всего помощников, ни разу не было усиления дамага. Так что тут не очень типа... Что это нас перекинуло через комнату? Здесь надо аккуратно наступить и не наступить на шипы. Ну, это просто было. Редкий случай, когда просто, ну, как кажется, просто. Блин! Ну вот, собственно, остались только 2 сердечка, которые были добыты тяжелым трудом. Магазин, окей. Надеюсь, там будет магазин. О, пусть они тут стрельнут. Стрельни тут, вот, вот тут стрельни. Эй, ты там. Давай, стреляй. Ай, блин, и вот... Вот единственный момент, когда оно было нужно. И оно сработало не так, как нужно. Ладно, серое сердечко. В принципе, хорошо. А также неплохо было бы взять карту, но, опять же, нету денег. А тут вот... Должно было взорвать само это гадкое зеленое создание на наше чудо. Турелька добила. Спасибо, очень рады. Может, мы еще найдем монеток? Не знаю, как насчет монеток. Мы больше тут пиндюлей получим. Что такое? Бомбы становятся ключами. Теперь 4 бомбы. Но ключей нету. Но давайте хорошо, хотя бы глянем, что в том сундуке, поскольку уже можем. Раз можем, то давайте глядеть. Ишь ты как, перекидывает. Говорит, не хочу я вам давать смотреть, что в сундуке. Вы разочаруетесь. А вот ключик. Чего разочаровываться? Нет, подождите, 10 монеток. Что там за 10 монеток можно было сделать? Ничего. Ну, давайте взорвем хотя бы этого. Да. Я-то ожидал, что там будет все-таки монетки. Один ключик. Ладно, может, еще один найдем в бою. Вдруг... Вполне может быть... Где же еще секретная комната? Вторая. Вот я не помню. Карта солнца, по-моему, показывает только одну. Это только руна Vision показывает все. Ну, явно не тут. К этой комнате не примыкает. К этой тоже, по-любому. Ну что, тут есть раз, два,
три точки, где может примыкать секретная комната, которые вот я вот так навскидку вижу. Раз, два, три. Ну, я не буду искать уже, ладно. Ведь там окажется какая-нибудь фекалия. Да и тут какая-то фекалия. Врубаем двойных помощников и, ну, вот так вот, поехали. Let's go, kids. Ну и ладно. Сейчас должна появиться комната с ангелом. А вот нет. Ну, зато плюс еще одно здоровице. Но и... Ну, пошли глянем, что тут. Надеюсь, не карамбус. Нет, тут какая-то ерунда, которую мы тоже брать не будем. Не будем. Нет, не берем мы такое. А это был четвертый уровень. Четвертый уже? О, ну, только перешли в четвертый. То есть мы немножко на бусраж не успеваем. Да, место в первой тысяче точно не обеспечено. Ой, какой ужас. Ну ладно. Это вот эта белосиняя пилюлька уже попадалась или нет? Не помню. Friends Till End добавляет мушек. К сожалению, они пропадут. Не пропадут, их так жалко. Как вот это открыть? Ну, вообще надо бы сдвинуть сундук. Или с помощью полета, возможно. Ну ладно, нет, уже так нет. Уж не секретная ли тут комната? Тут секретная комната. Куча денег, ну теперь там можно купить всякое. Давайте еще взрывим этого чувака и... еще куча денег. Ой, это же комната с шипами на двери. В которую мы прошли просто так. Но по-прежнему, усиления дамага нету. Но не было усиления дамага. И даже удвоение помощников мы не можем сейчас включить, потому что не заряжен артефакт. Это обидно, но ладно. Так, найти бы сразу, собственно, артефакт какой-нибудь. Ну, или магазин, в котором будет действительно магазин, а не какая-нибудь жадность, которая уже может попасться. Потому что сколько прошли, а жадности не было, были магазины. А мы ничего типа не купили, типа мы жадные, что еще кто-то остался? Кто еще остался? Маленький фекаленыш. Получи по своему фекалиному... Ладно. Ах, еще один. Там что-то дзынькнуло. И, возможно, что-то классное. Что-то классное дзынь. У нас было, кажется, два красных сердечка. Я что-то не помню. О! Давайте мы вот их просто взорвем всех. Потому что можем. И еще мушек получим, еще монетку, и до свидания. Но самое время зайти в магазин. Ключики есть, деньги есть. Вон еще один ключик. Сейчас поднимем. Это что ж такое-то? Не пропадать же добру. О, денежка. Смотрите, уже 2 по 15 можно купить. Я про артефакты в магазине. Ну, 1 и 0,99. Давай, цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Я думаю, мы еще одну монетку сможем раздобыть. Как вот... Два раза от одного гадкого червя. Ненависть. Так, осталось, если не ошибаюсь, то ли полтора, то ли 2,5 красных сердечка. Вау-вау-вау-вау, полегче. Что вы делаете? Прекратите. Что за гадость тут творится? Блин, где уже эти... чудесные магазины, артефакты. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, действительно, сам по себе дамаг никакой. Все, мы нашли 30. Ну, давайте, тут, наверное, магазин. Прелестно. Раз успели к магазину, и возможно... Так, тут, наверное, будет фарш, поэтому вначале разберемся с этими ходящими половинками толстяков. То есть, в среднем, тут как раз было 2 толстяка. Ну, да. Это магазин, и в нем, как оказалось... Ничего хорошего нету, все какой-то отстой. И все как специально на пробел. Деньги давай. Деньги давай. Дал деньги. Серое сердечко давай. Что ты за карта? Карта Эрмит. Ну, хорошо, давайте посмотрим таким. Секретная комната найдена, да. Вот сейчас было смешно. Ладно, берем еще вот это. Вдруг пригодится. Пошли к артефакту. Вот уже 18 минут неспешного такого прохождения. Как тут можно пройти быстрее, я вообще не в курсах. Да это же еще попрошайка, которая будет деньги сшибать с нас и пытаться за это все втюхивать всякую ерунду. Может и нет.
Ах, полета нет, а там бы как раз подошел. Ох, подошел. Да-да-да-да, не задевать. Не задевать. Ага, деньги есть. Ай. Да блин, ненависть-то какая. Ненавижу этих вот червей, вот лютой ненавистью, лютейшей ненависть. Фух, бомба. И возможно тут как раз секретная комната, да скорее всего она тут и была, может и нет. Но место там как раз под секретную комнату. А раз такая идея есть, то давайте проверим. И таки да, и там, ну тут что-то может найти. Сейчас мы попробуем так аккуратно туда-сюда. А, началось. Ну он может серых сердечек надавать. Так, будем экономить. Блин, что можно столько сверлить? Просто вот сверлит не переставая. Это какой-то человек-сосед обострение. Жарище стоит страшное, а он там что-то сверлит. Что можно еще там сверлить? Вот я уже начинаю думать не о том, не о прохождении, а о гадком человеке-соседе. Так, не буду ему ничего давать этому попрошайке. Слишком много хочет. Здрасте. Сейчас еще чуть-чуть и добьем. Ну, можно же. Ну, давай ты не попадешь по нам. Даже можно. Все, спасибо, до свидания. Повышение дамага и здоровья. И вот тебе еще ангел дает. О, это же святой выстрел. Он просто идеален. Ну да, дамаг хоть и повысился, но не сильно. Да что ж такое. И самое обидное, что нельзя прекратить прохождение дневного вот этого испытания. Потому что если ты его прекращаешь, чтобы не записывать этот долбеж человека-соседа, то все, ты считай, проиграл. А что тут может быть, не знаю, но нам бы вначале найти батарейку или зарядить артефакт, прежде чем идти в этот бой, ведь там может быть что-то опасное. Так, а уровень у нас... Да еще и Curse of the Blind, мы не видим, какие артефакты, и это, собственно, это печально, это печалит. Надо еще одну комнату пройти. Ух ты, самая классная комната попалась. Хотя нет, могло быть еще хуже. Ну, я говорю, самая классная, в смысле, простая. Видите, какая она простая вообще? Так, давай, добивай их всех. Некий ключик, который ничего не дает, походу. Так, а пилюли-то что дает? Визард, вот теперь-то заживем. Теперь-то вот все прям... А, оно не работает. Визард работает только на персонаже. А давайте мы сделаем ход конем. Вот это все сейчас соберем, вот это все. И свалим. До свидания. И как ни странно, тут оказывается... А ну-ка, что это такое? Restock Never Ending Stories. О, не-не-не-не-не. Шерихарю вообще не надо. Вот выкиньте это. Так, вот это оставить, а то выкинуть. Но остается еще один магазин, если он будет магазин, в котором может всякое попасться интересное. Ладно. Покупаем 4 серых сердечка. Чувствую, что нам... Больше может не попасться магазина, как магазина. Вот только пауков не хватало. Здрасте. А чё оно так ловко выпрыгнуло из-под наших чудо-орудий? И сразу попата! Да что такое-то? Да как у них-то получается-то классно-то? Не понимаю, что хардкор, ну блин. Ну блин ведь. Так, да. Ай да ладно, еще один. И сейчас он тоже прыгать начнет. Конечно, он начнет прыгать. Он обязательно будет прыгать. Он так прыгнет, чтобы попасть и хорошенько подме... Ненависть. Да ладно, тут что попало-то? Там был гадкий паучоныш, да? Блин. Так, где? Где артефакт? И давайте уже к боссу. Мне этот уровень выводит из себя. Да не бомбит у меня! Да не бомбит у меня! Конечно, это была наигранная шутка, но все-таки и тут попали, и там попали. А самое главное, артефакт это и не найдено.
Так, и за это все получаем на к боссу. Нет, нет, нет. Вначале артефакт, иначе не щитово. Ну тут нормальные толстяки, адекватные, они ну просто ходят и все. Ну да, еще могут испортить воздух, так сказать. И при этом натолкнуть. Тут тупик! Я сбагоен и не бомбит у меня. Вообще ни разу. А-ха-ха, ненавижу эту игру, ну ладно. Так, идем дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот-вот. Где-то уже тут должен-то быть и артефакт. Ну, зачем эту бить-то? Она выпускает мух, вот зачем. Да ладно, ну, что такое неубиваемое-то? О, иди сожри монетку и выйди нам что-то. Ничего, ну сколько уже монет сожрал, ничего не выдал до сих пор. Что за гадкое, гадкое создание. Ай. Да кто попал-то теперь? Да не бомбит у меня. Ну вот не бомбит. Бомба, окей. Да ладно, что так запутано-то? Сложно, хочу проще. Ну, к сожалению, только одного задело. Хотелось бы, чтобы больше. А им строго надо попадать в затылочную часть башки, которая у них только есть вместо тела. Что ж такое-то? Как будто специально громче начинает сверлить. Да не бомбит у меня даже по этому поводу. Во-первых, жарко. Во-вторых, кошмарный человек-сосед сверлит. В-третьих, какой-то неудачный забег. А, странная комната, она как бы намекает, что наверное, но только наверное, в теории, тут может быть секретная. И да, она тут есть, и в ней как раз жадность. Что возможно, следующий магазин позволит сделать именно магазином, а не супержадностью. Ну, конечно, может быть супержадность, надеюсь, она не попадется. А если попадется, то у меня все равно не бомбит. Ну, отлично. Так, есть ключик. И, наверное, где-то сюда все-таки после вот этой длинной узкой... Да, конечно. Где бы еще оно могло быть, как не после вот такой комнаты, на которую я не подумаю, что в конце ее комната как раз с артефактом. Ну, блин. Окей. Неизвестный артефакт, который оказывается... Замедлятель. То есть можно было не идти, если бы я знал, что это за артефакт, я пошел сразу к боссу. И не тратил столько времени на поиски чудо-артефакта, который не нужен. Да не бомбит у меня вообще ни разу. Ну ладно, пошли же смотреть, что мы там, надеюсь, с босса что-нибудь хорошее добудем. Может, еще раз появится комната с ангелом, было бы хорошо. Заметьте, как уже долго идется это все несчастное прохождение. Ну потому что это лилька, она, видите, какая-то толстая. Да. Это Гиш. Гиш, скажем, сразу отстойный босс. Нет, он вроде как босс простой сравнительно. Но за него дают только придурковатого помощника стреляющего. У нас их уже тонны. Нам бы лучше дали какое-нибудь усиление дамагов. Это было действительно лучше. А по сути это босс последний. То есть уже боссов не будет, кроме самой мамаши. Но последним боссом будет мамаша. Ай да ладно, что это? Little Gish. Ну конечно это Little Gish, что еще могло тут быть? Сундуки отстоя, в котором троллибомба. Ну да, 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 троллибомба, конечно. Троллибомба и две троллибомбы. Ну вот это внезапный поворот, я ожидал третьей троллибомбы, но их дали вместо одной две. По итогам отстой. Не, ну так-то оно более-менее, но все равно отстой. Curse of the Maze. Опять Maze, ненавижу Maze. Ну, это в смысле типа лабиринт. А как я тут мог... Все три побежали в одну сторону. Как я мог там обойти это? Да не бомбит у меня. Ну да, сердечко, конечно. А что мы можем тут... А что мы тут можем добыть? Можем мы добыть чего-нибудь? Вот тебе и поворот. А ну, давайте попробуем эти денежки. Ключики.
Нам бы сердечек побольше. Хорошо, денежка. Не, ну по идее я просто хочу получить дамага, чтобы получить еще одного помощничка какого-нибудь. Или там, сердечек дай. Я сказал, сердечек. Ни мух, ни монеток, ни бомб. Сердечек. Все-таки дал монетки. Ну, это хорошо, что он такие на это... Как это сказать? Слово-то такое, спромокся. В общем, ладно. Сердечек давай, ты. Гадкий гад. Ну или как его назвать? Мил человек. Мил человек-зомби, дай сердечек. А. А, ну, подожди, давайте глянем. Тут же что же? Сердечко есть. Так, сердечко есть, а помощника нет. Нового. Ну хорошо, давайте пока... Что мы пока? Нам надо сердечек-то раздобыть где-то. Просто миллиард. Миллиард сердечек, тогда все получится. Сердечки. Ой. Ой-ой-ой. Ну я знаю, что в принципе Гиш не такой плохой в данном случае помощник. Половинка сердечка. Нет. Сердечко выдал? Бомбу выдал. Он выдал бомбу. Ну, ладно, чё. Попата! Да не бомбит вообще ни разу. Некая пилюля. Да ну их, это ткань, тебе кажется, пилюля уменьшающая здоровье. И будет, как всегда, весело. Итак. Ну, как ни странно, тут... Берем, значит, скидку на все и покупаем вот это. И все остальное не нужно, потому что оно отстойное. Напомните, что я хотел там сердечек хотел. Ну, так мы их можем 6 штук купить. Отлично. Раз. Два. О, дали помощничка. Три. Отлично, половинка сердечка. Вот пусть он монетки собирает, может будет выдавать сердечки в том числе. Пилюля с неизвестным эффектом. I found pills. Ну, ладно. Не верим нашему помощничку. Лучше так получать две монетки. А сердечко выдавать, не? Что-то я так разбежался, по-моему. Давайте доберем сердечко. Ну где еще помощник-то? Зато мух сколько, хоть объешься. Повышение удачи. Только-только. Соизволила. Маджишин, отличная вещь. Вот я не знаю, правда, работает ли она именно на персонажа, вернее, на помощников персонажа. Ну, посмотрим. Вот еще один помощник. Это который собирает красные сердечки. Вот это было зря. Вот этого нам не надо такого, блин. Ну, выдали помощника, я прям не знаю. Короче, все, собираем монетки сами, ни на что не ведемся. Ай. Успел выхватить, и тут я бессилен. Так, ну все, да. Берем красных сердечек. Я все жду, какую еще помощника дадут, ну просто, поскольку все равно уже на фаст забег ничего не получается. Хотя бы посмотрим, что выдадут, какого. Какого нынче дадут еще помощничка?
пока ничего нового. Ну, деньги появляются, и это радует. Таким образом, можно добыть что-нибудь еще, ну, скажем, купить какой-нибудь артефакт, а на его месте что-нибудь классное появится. Так, продолжаем издеваться. Ну, а где, собственно, что-нибудь? Десяточка. Где еще помощник-то? Уже столько дамага получено, что должно было 3 помощника появиться. А нет. О, червь, который будет всех грызть. Ну, это весело. Ну хорошо, давайте. Может, хватит? Давайте глянем, может, какой-то классный артефакт попадется. Супер чудо книга. Гигантские помощники. Ну это не надо, хотя можно. Вот, наберем серых сердечек. Все, спасибо. Игра пройдена. Осталось только дойти до мамаши и дать ей в дюндель. Вот просто потому, что мы можем. А, да, подождите, может, какая-нибудь карта полезная попадется. Карта Хай Приезд или Justice. Justice, что такое? Всякой ерунды дали. И, конечно, сразу красное сердечко побежало. Вот, Magician. Но это все нам не пригодится по случаю того, что мы просто сейчас пойдем и зафигачим мамашу просто вот... Просто супер книгой. Вот это ради такого... Надо было сразу искать артефакт супер книгу, но я что-то не ожидал, что она тут так вот возьмет и выпадет. Здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Все, игра пройдена. Здрасте, здрасте. Супер чудо книга, появись. Глянем, что там ангел дает. Ой, ладно, вот такое даже дает. То есть можно было собрать и ангельских тоже. Ну да ладно, 35 это 203, 290 по миру. Ну, что-то как-то... Ну ладно, не так и плохо. Я уже думал, в первые там 1000 не попадешь, а оно вон как. Эван, оно как. Эй, давай, показывай время. Я хочу увидеть, как это... Как это do not have entered. А что я делал до этого? Ну вот. 35.02, да? Ну, сейчас очень быстренько промотаем наверх, просто чтобы глянуть, чего там такого, за сколько эти люди проходят. Так. 200, уже 200. Ребята, еще чуть-чуть, еще немножко, еще вот буквально 166, уже вот сейчас будет вот 56 уже было. Так, и цифры идут. 17 минут, в принципе, это реальные цифры. 16, 12, я думаю, тоже, наверное, реально. 6 минут, вот как? Это за 6 минут, да даже меньше, чем за 10. Как это пройдено? I don't know, я что-то не понимаю, нас, в общем, опять обманули, это читеры, и пошли они вон. А мы честно прошли, вот, вот, за 34 минуты. Но пройдено же, пройдено. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч.